Игра началась в равной борьбе. Унические футболисты действовали целеустремленно и напористо. Однако опытные хозяева к 15-й минуте успели дважды потревожить защитные порядки гостей. Защитникам «Электрона» удавалось выбивать мяч на угловой. Но третий контрвыпад армейцев стал голевым. Алексей Акимов убежал один на один и забил. 1-0. Прошло 2 минуты, и уническая оборона дала второй сбой. Проход слева завершился переводом мяча в штрафную площадь «Электрона», точно в ноги Солодухину. Опытному мастеру потребовались доли секунды, чтобы переиграть унического вратаря. 2-0. Пропустив второй мяч, гости не сдались и продолжали бороться. Все же решающую роль сыграло мастерство армейских футболистов. Ведь многие игроки желто-зеленых поиграли на профессиональном уровне. На 35-й минуте встречи хозяева разыграли хорошую комбинацию в центральной зоне, финальным аккордом которой стала подача в штрафную площадь на Олега Галушко. Центральный полузащитник в касании переправил мяч в сетку. 3-0. В заключительном отрезке первого тайма хозяева снизили скорости. «Электрон» пытался перехватить инициативу, но чтобы изменить ход встречи, унической молодежи не хватало опыта и мастерства. Во втором тайме, очевидно пометуя о том, что внушительное преимущество в счете 3-0 – это еще не победа, армейцы продолжали терзать оборонительные порядки соперника. 25 минут второго тайма «Электрон» держался изо всех сил, но все же хозяевам удалось организовать четвертое взятие ворот. Результативный удар на свой счет записал Сергей Субратов. Хочется отдать должное и игрокам «Электрона». Они стремились забить гол престижа, однако в этот вечер опыт все же взял верх над юношеским азартом. Армейцы наглядно продемонстрировали приезжей команде, как надо реализовывать опасные моменты. Алексей Акимов получил длинную диагональ от Рыбакина, избавился от опеки защитника и пробил по воротам. 5-0. Мне очень понравилась Унеча. Команда молодая, молодые ребята, воспитанники своего города Унечи, наконец-таки хорошие. Там появилась команда. Хорошо физически подготовлены, ребятки играют. Ну, при «Осколе» отметить нужно в этот раз и командную игру, и те голы, которые забивали. Да и счет 5-0, который все завершился матч, сам за себя говорит. Унеч еще придется многим побороться. Ребят, я очень оставил, несмотря на такой счет, хорошее впечатление. Дмитрий Кузнецов, Александр Шишкин, Игорь Сусло. События. Брянский район.